Дорогие друзья, всем здравствуйте, я уже вернулся, вот буквально как 10 минут я вошел в квартиру, сразу запустил комп и списался с Димой. Чё мы пилим, чё там по обнове, какие новости? Новостей много, я на самом деле вообще с обновой не разобрался. У меня первый же вопрос, почему у меня эти скины недоступны? Я, по-моему, покупал вот эти все скины. Куда мне их забрали или не забрали, а ребят, какие не помню. У тебя там вообще? Ну блин, кольта я покупал вроде как, примат, брок, Джесси, по-моему, я их покупал, серьезно, а может и не... А нет, эти я не покупал, наверное, может я запутался, ну ладно. Что тут интересного, ребят, можно купить, напишите, я куплю, хотя, по сути, у меня все есть. О, кстати, медведь-шалун, смотри, у меня есть пассивка, это крутая пассивка? Ну, вообще, основная пассивка Нита, мне кажется, все равно. Я ее куплю потом, блин, если вам интересно. Короче, Дима мне сказал сегодня записать ролик про бессмертие. Я на новом персонаже еще ни разу не играл, как вы видите. Вот, хотя у меня уже ролик на канале был, где тик на 500 кубков. Ну, я отсутствовал в это время. Сегодня буду разбираться, сегодня будет стрим. Обязательно ставь лайк, если соскучился. И подписывайся на канал, если впервые. Жду тебя сегодня на стриме. Будем разбираться. Я видел, что тик бывает бессмертным, но не смотрел видос. Не знаю, о чем там вообще речь идет. Какая пассивка у тика, Дим? Ну, то есть смотри, ты знаешь наверняка, что когда, например, тебя кто-то прокоцал, неважно сколько хп, и между тем, как ты не стреляешь, и ты должен уже подхилиться, есть же какой-то промежуток времени, там секунды 2-3, а у тика он сразу моментально начинает хилиться. Так он что, бессмертный всегда будет? Это нормально или это баг? Ну, блин, у него мало хп просто, поэтому разрабы решили так сделать. В общем, это круто, но фишка в том, что мне Дима говорит, что можно пассивку тика перекинуть на любого другого персонажа. Я такой, чего, блин, где я был, что происходит с Brawl Stars'ом? И как это перекинуть пассивку на другого перса? И об этом я вам сейчас расскажу. Обязательно, обязательно подпишись, пожалуйста. Поставь лайк, рекламная пауза и погнали. Ребята, а спонсором данного ролика являются мои друзья OneX. Вы уже сами знаете, что здесь надежность, широкий выбор событий, моментальные выплаты, а также большие коэффициенты. А еще для всех новичков мы подготовили мой промокод HOLDIK, по которому вы получите еще больше бонусов. Вся полезная информация будет в закрепленном комментарии. Итак, друзья, создаю дружеский поединок, выбираю карту абсолютно любую, ну давайте потасовка в Роккоуле, вроде неплохо. Выбираю одиночное. И смотрите, что мы делаем. Честно, ребят, я вообще об этом всем не в теме, что это тут такое, и с персом этим я, правда, не знаком. Вам круто, вы уже как, сколько, дня 2-3, да, уже в игре. Вы уже хотя бы что-то про него знаете. Я даже роликов не в состоянии был посмотреть, не люблю, когда плохой интернет. И вот сейчас я буду это все тестить, впервые вообще играть. Но я буду играть не на этом персе. Изначально мы выбираем персонажа тик, да? Да. Дальше что, Дим? Дальше ты, соответственно, не выбираешь персонажа, ну, то есть ты только готовишься выбрать и резко нажимаешь кнопочку выбора. Выбираю любого. Смотрите, да, сначала лучше, тик. Конечно, танка. Танка. Лучше танк сначала. Так, ну-ка, окей, давай есть... БК или кого, или примата, кого лучше? Ну, я тебе советую примата, у него просто хп побольше. Давай, примата. Берем вот, примата. То есть ты его не выбираешь, смотрите, и потом мы резко, да, быстро. Да, да. Смотрите, просто нажимаем выбрать и резко готово, оп, и мы пошли в бой. Видели? Какая сейчас пассивка у примата? А, типа, когда подпрыгиваешь, у него огонь, да? Да, 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 горит и соперники. Вот, но я сейчас, ребята, вы не поверите, играю с пассивкой, с пассивкой вот этого тика. Смотрите, какой отхил, я балдею. У него тупо мгновенный отхил, да? Да, да, в том-то и прикол. Так вот это еще круче, да, смотрите, меня никто убить не может, я просто бессмертный. Не, ну, конечно, не бессмертный я, блин. А чё я не бессмертный, Дим? Ты же говорил, я буду бессмертным. А? Ну почти, почти. Мне надо накопить этих, да? Да, да, поднакопи баночек. Ладно, оп, 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 я сдох. Я не бессмертный, я сдох. Тебя боты убили? Так у него 7 банок было, и он прима на прима был. Короче, сейчас, погодите, смотрите, ребят, я не показал самую фишку, просто смотрите. Еще раз, выбираем примата. Нажимаем выбрать и резко готово. Оп. И персонаж не, я взял тика. Персонаж не успел сменится. Я как бы играю на примате, но в то же время я как бы на тике. Очень странно, да? На данный момент это работает. Сейчас проверим в деле это. Я вам хочу показать очень крутую фишку, которую мне показал Дима. Но мы сейчас не можем вместе с ним пойти в бой, потому что тяжело это сделать вдвоем одновременно. Вот в чем прикол. Почти нереально. Так, я сейчас мне главное не сдохнуть, блин, опять от примата этого грёбаного. Так, сейчас нафармлю боксов как можно больше. Так, хорошо.
Ну, в принципе, уже неплохо. Так, давайте сюда сиганем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, у меня 8 боксов. И добиваю последний. И смотрите, ребят. Я захожу в дым. Я захожу в дым. Ну, я не умираю. Я в дыму не умираю, посмотрите. У меня ХП не отнимается. Че, работает? Да работает. Че за бред? Ну, для Тика это как бы нормально, как сказал мне Дима, потому что у него мало хитпоинтов. Но когда это ты видишь вот на других персонажах, это очень странно. То есть, ну блин, ну очень странно, ну как это, бесконечное ХП. Ну согласитесь, круто. Вот, смотрите, я не атакую, я отхиливаюсь в дыму. То есть, понимаете, я сейчас вот поединок закончу полностью, вот, даже не буду никого атаковать. Давай сейчас попробуем, Дим, вместе так. Ну, давай попробуем, но вряд ли, конечно, получится. Вряд ли получится, но вот вы видите, я бессмертный, я бессмертный. Я даже не успел переодеться, ребят, как сразу пошел записывать этот ролик. Не знаю, это записывал кто-то уже, не записывал, то есть неважно, я чисто для своих зрителей хочу показать, мне самому интересно это. В первую очередь, мне самому это было интересно проверить. Вот серьезно, вот прям на видосе только это начинаю проверять. Мне Дима показал, сказал про эту фишку, но я про нее, ну, как бы сам ее не тестил, вот прям на видео. С первого дубля, вот вам. Не, вру, со второго. С первого у нас не получилось, мы сначала хотели вдвоем, но у нас не получалось нажать одновременно. Смотрите, я вот в дыму, но меня не может найти соперник, да? Ну, прикольно, конечно, если бы это работало еще в глобале. Так, а ну. Может пойти его убить? Дим, ты готов? Да, ну вообще, по факту, это работает, если у тебя фуловый тик, и ты можешь в яд уходить в конце, если там тима. Так, Дима... Это же дружеский полезно, но мало кому. Это же дружеский поединок. Нет, я знаю, но я говорю, если фуловый тик... Смотрите, он меня не может убить. Он сейчас сдохнет от дыма. Блин, а прикол, если мы вдвоем будем бессмертные? Че, до скольки будет длиться поединок? Или просто бесконечно? Не, ну как-то... Хотя, стоп, слушай, ну это получается, нам совсем мало ХП будут убивать, и тогда катка будет очень долгая. А ну давай попробуем, сейчас я приглашаю Диму. Давай, выхожу. Ну тебя не беспокоит, Дима, а ну. Сейчас. Фу, блин, давай, ребят, это так круто, что вышло обнова, мне уже реально хочется поиграть в Brawl Stars. Приходите сегодня на стриме, обязательно буду катать. Итак, Дим, выбираем оба тика. Теперь давай нажимаем на любого бойца, ну я беру примата. Давай, я готов. И на счет три одновременно, да? Угу, давай. Да, давай, считай. Раз, два, три. Блин, отмена. А мы не успели? Я не успел, нет, а не ты успел? Мне кажется, что нет. Ну сейчас давай просто попробуем, ты где находишься? Я справа. А, я тут, ну короче, я тут нахожусь. Я еще про эти... Хочу попробовать набить. Я еще про эти скины, ребят, ничего не в курсе. Мне так хочется новые скины, вот эти роботы. Роботов, блин, нафармить. Они очень крутые, конечно. А сколько у тебя очков, кстати? 13 тысяч, что посоветуешь? А ну, включи свет, пожалуйста. Вот ты можешь как раз таки темного кроу купить, это очень красивый скин. Но у меня его нет в магазине сейчас. У меня... Но он появится, он же каждый день появляется, кстати, хотя бы один меха. Ну-ка, попробуй ультануть. Так, а где ты? Это ты? Так. Вот это я. Ну? Нет, у меня пассивка, давай умираем. И у меня огонь. Давай умираем. У меня огонь. Давай. Умираем. Не ах, знаю. Какой? Опа, блин, почти. Так, хорошо, ладненько. Сейчас, давай еще раз одновременно. Так, тик. Давай попробуем. Давай я буду в таком темпе читать. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так. Готов? Да, давай, готов. 1, 2, 3. Да блин, вдвоем не получается. У меня, по-моему, тик показывался. Да? Ты же меня багануло. Да, а ну, давай попробуем. Если у тебя тик, то... Блин, я хотел бы одновременно это запулить. Меня сейчас Роза убьет. Да ладно. Не, погоди. Не сдыхай. Не-не, не сдох, не сдох. О, хорош. Так, мне бы ульту, у меня чуть-чуть осталось. Так. Где же, кто же? О, иди сюда, бот, иди сюда. Где ты, где ты? Иди сюда. Я съел. А, вижу, вижу, ты тика убиваешь. Ну, у меня, походу, ульта... У меня, походу... Блин. Давай последний раз. Если не получится, я покажу еще раз это на этом, на своем примере, в одиночку. Ну, заодно и проверили, что вдвоем и больше это почти ну, как почти нереально, да. Просто, я не знаю, так оно у себя получается, а тут нет как-то.
Давай еще раз, тут последний надо, раз. Наверное, вообще прям в миллисекунду да, попасть. Да, давай, один, два, и вот так вот в таком темпе буду. Давай, хорошо, считай. Итак, поехали. Один, два, три. Да не, вообще, не, все, стой, отмена, выйти, покинуть команду. Да что ж такое? Вообще не получается. Именно в таком режиме вдвоем не получается. Кто тут? Пускай меня сразу убьют. И сейчас попробую еще раз в соло. Потому что в соло очень легко, не понимаю почему. Убивай меня. Может другого какого-то перса попробовать? Кого еще можно? Шелли. Нормально будет на Шелли? Ну, нормально, просто у нее хп меньше, ну а так-то, в принципе, это сработает. Ну, она что же будет бессмертной, да? Отхил будет у нее бесконечный? Или не так? Да, конечно. Да у всех. Ну, давай, давай, просто, попробуем. Просто она быстрее сдохнет от яда, вот и все. У нее уже хп сейчас меньше, чем у Прима. Так, Шелли. Итак, один, два, три. Опа! Вы не только не глобал! Я в глобал пошел! Ай, все, короче, друзья. Ну, вы с первого дубля видели, первая катка. Короче, давайте в глобал. Ну, у меня давно не было онлайн-каток. У меня давно не было онлайн-каток. Может, соскучились, не знаю. Ай, блин, жесть. Не, все-таки сейчас попробую. Не уходите никуда, ребят, не уходите. Сейчас еще раз попробую. Надо попытаться. Надо хоть попытаться. Катку-то затащи, давай. Давай, катку. А ты смотришь мою катку? Вот сейчас буду смотреть, как раз ухожу. Так, хорошо. Так, сдохла, отлично. Так. Давай. А у меня баг, у меня пишет, что ты в подборе соперников. А-а-а. Да. Лол, у меня до сих пор так написано в подборе соперников. Не, мы тут расчехляем нормально так всех. Я тебе отвечаю. Блин, столько багов в игре, это просто жесть. Обнова, чё? Разработчики, как всегда, куда им в отпуск уходить? Пускай этот дорабатывает обнову. Да, это чё такое у меня до сих пор вообще в подборе? Тихо, тихо, хилимся. Куда, блин, Тари отдал все кристаллики? Блин, дуринда ты такая... Пам-п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 ам, блин, отхилило. Ай, блин. Да, блин, воробушек что-то заруинил, блин, нам катку. Не знаю, как он сдох вообще. Реально все было круто, пока он не сдох. Ну все, типа, они нас отымели нах, вообще просто. Так. Давай, я даже катку не... Игрок сейчас не сражается. Класс. Круто вообще. Давай, давай, ультану, ультану. Ес, я кого-то убил. Да, нах. Давай, 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 добьем. Бля. Ладно. Слитая катка. Итак, последний раз, еще раз показываю бессмертного персонажа в игре Brawl Stars. Блин, как это непривычно, если честно, блин, записывать за обнову видос и сразу какие-то баги, блин. Я тут еще впечатление свое не сказал. А тут уже какие-то баги, блин, есть. А минус 4. Круто. Надо Шелли будет сегодня вернуть. Так, я просто дружеский поединок не создал. Создаю дружеский поединок. Беру Тика. Беру обязательно ШДшку. А давайте Озеро Мертвецов. Одиночное. Тик. Так, выбрать. И беру, допустим, Шелли. И одновременно готово жму. И все. И тут очень легко, видите? А когда ты играешь еще с кем-то, да, то не сразу готово нажимается. Давайте проверим ульту Шелли. Ульта ли Шелли здесь? Или же ульта Тика? Ой, не ульта, я извиняюсь, пассивочка. Сейчас я накоплю на нее. Вау, 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 какие тут суровые боты. Эть! Да, видите, пассивка не сработала. А вы знаете, что пассивка у Шелли, она замедляет при выстреле. А значит, у меня пассивка Тика. Вот такие вот фокусы-мокусы. В общем, не знаю, может еще какие-то будут баги. Или, я не знаю, интересные фишки, я запишу. Но я думаю, что вы уже без меня все, и даже про этот баг, возможно, вы уже знали. Честно, ребят, я без понятия. Я только приехал, и мне Дима говорит, это очень было бы круто. Ну, то есть все знают, что есть за Тика, а вот что есть за... за каждого персонажа бессмертия... Бля, я сдох. За каждого персонажа бессмертия это как бы еще вроде как никто не знал. Но, может кто-то и знал. Актуально. Не, ну да, это сейчас актуально. Может, кто-то и знал, я, честно, не следил, я только приехал, блин. Ребят, соскучился за вами безумно. Буду ждать вас на стриме. Приходите. Как раз вы мне расскажете про обнову еще больше. Потому что я про нее еще ничего не знаю. Все, что я вот про нее знаю, про этот баг. Все. Я даже на новом персе еще, блин, не играл. Мне аж интересно. Он крутой, Дима, или нет? Да, не очень, если честно. Не очень. Ну ничего. Да, так. Пофаниться, поиграть достаточно. Самое крутое, я думаю, это скины, да, в обнове. Ну да, это вообще прям... Вау, у меня такой золотой скин есть. 50к. А как купить его? Задонатить никак. Ну это круто.
Все, ребятки, всех обнял, подписывайтесь, ждите новые ролики, их будет в скором времени очень много про обнову, и подписывайтесь на канал. Всем удачи, скоро увидимся. Всем пока. Пока, спасибо, пока. Дима, за такой прикольный ролик. Не за что. Все, да.